Мы не раз говорили о том, что у Армении тяжелая экономическая ситуация, которая, учитывая нелогичное упрямство официального Еревана, исправится не скоро. Сперва об ужасающих прогнозах по бедности сообщали как местные структуры, так и международные организации. А теперь все стало наглядно понятно в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Нищета в Армении достигла до таких уровней, что у армянских дипломатов не оказалось денег на покупку одного несчастного диктофона, чтобы записать слова главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, выступавшего на сессии. На кадрах, распространенных в сети, видно, как представители Еревана сидели и записывали ручкой все заявления азербайджанского министра. Ситуация, конечно же, комическая. Армянские дипломаты будто находились на лекции в университете и выглядели как студенты-прогульщики, которым профессор диктует все то, что они пропустили или забыли. В принципе, так оно и было. Джейхун Байрамов преподал армянским дипломатам мастер-класс и довел до внимания участников сессии все провокации и преступления, которые были совершены Арменией не только недавно, но в течение 30 лет. Those areas with mines and other explosive hazards. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.